Ну все, мы добрались до мамы и наконец-то, ну как наконец-то, 3 часа до Стамбула и 4 часа из Стамбула до мамы, 7 часов лететь и плюс между рейсами, плюс он задержался, да, на 40 минут рейс. Ну, в общем, в общей сложности 13 часов летели. Поэтому, конечно, усталость накопилась. Но главный вывод, что мы здесь, все, мы в Саудовской Аравии, пустили нас очень легко. Вообще без проблем. Я думала, что здесь будет как-то все сложно, ну, какие-то будут трудности. Никаких трудностей нет. Ни платки, ни какую-то одежду я не вижу, чтобы люди тут же одели. Все как были, так и вышли. Кто был в платках, те в платках. Кто были в просто в обычной одежде, те в обычной одежде вышли. Ну, я вот одела этот кардиганчик на всякий случай. И платок у меня есть тут близко в рюкзаке. Если мне сделают замечание, одену, конечно. Но пока я не вижу, что кто-то тут прям прибарахлился тут же, как прилетел на эту священную землю. Шли абсолютно без всяких бумаг, то есть ни ковидных сертификатов не надо, ни таможенных деклараций заполнять не надо. Обычно всегда раздают, заполняешь и на паспортном контроле отдаешь. Тут ничего вообще. Работают таможенниками девушки, это интересно, потому что говорили, что тут везде мужчины. Пограничниками, да, девушки, они, правда, сидят в паранже, то есть полностью все закрытые, только глаза видны. Вот. Так смело она размахнулась мне, поставила на целую страницу печать и подпись. Ну, вот так вот все пустили. Так что мы в Саудовской Аравии, город Эль-Дамам. Всем привет!